блин, такой ветер. Как повезло с погодой. Всем привет. Меня зовут Катя Рок, я персональный стилист. Я одеваю людей, помогаю им быть красивыми и стильными. Хожу с ними по магазинам, разбираю гардеробы и все такое прочее. Иди еще чуть-чуть в сторону теперь. Юр, пониже можешь взять? А где у нас плейбэчная? А это плейбэчная. Привет, меня зовут Алексей Сипчук, и последние 16 лет я работаю парикмахером, я работаю в бьюти-индустрии, и, конечно же, я очень тесно связан с тем понятием красота, о котором мы сегодня говорили. И красота, я думаю, что это в первую очередь тот навык, который вы можете в себе развивать, навык чувствовать, навык искать, навык понимать, навык осознавать то понятие красота, которое живет в каждом из нас. Ну просто здесь еще лук совсем другой. Все готовы? Нет, нет, все. Камера идет. Камера идет. Звук идет. Вести себя дерзко, мутно. Просто оденься, но чтобы. Блин, круто вообще. Давайте посмотрим. На брюках спортивных полоски, узкие туфли, сандали. Не закрывали. Иногда забывают тебе, знаешь, когда ты просто останавливаешься, потом опять начинаешь. Это тоже интересно, это как бы. Да. Модная как бы. Я делала. Да, ну сейчас можешь вот еще один сделать, когда ты просто как бы. Типа, не как забыла, ты не хотела петь. Потом раз, врубаешься. Прикольно, хорошо. Да. Но ты меняешься, а что же останется здесь? Билет. Еще больше. О, Максим, надо снять косметик и вот этот прибор подвинуть правее по штативу. Это будешь максимальная высота? Да. Октамокс видно в одном зеркале, а так все хорошо. Красиво было? Ребята, внимание! А войдет, прикинь, относительно. А ты готов? Всегда готов! Тебя зовут Диана? Да. А фамилия твоя? Зубарева. Зубарева. Прям как зуб, да? Такой сильный зверь такой большой. Я смотрю, ты очень уверена в себе. Ты такая красивая. Песня называется у нас «Красота», ты знаешь? Да. Да. И это значит, что ты попала в сколько у нас там? 50 человек самых красивых людей планеты! Классно, да? Классно. Немножко еще у меня. Во, вот так. Да? Настя, ты похожа на идеально выточенную статуэтку из мрамора с вкраплениями более дорогого мрамора. Было ли так всегда? Нет. Это произошло 3 года назад. Со мной такое перевоплощение, грубо говоря. А до этого я была простым человеком. Ничем не отличавшимся. У меня после сильного конфликта на работе был стресс, были проблемы со здоровьем. После чего один раз я утром просыпаюсь, я вся в пятнах, белых. Ну, естественно, как мне это просто убило, я не понимала, что со мной происходит. Стала читать, стала говорить по врачам, мне сказали, витилиго не лечится, смирись.
И то, что сейчас вы видите на мне, это всего лишь 20% того, что было. Когда я заболела, у меня было 80% тела поражено этими пятнами. И, грубо говоря, это было по всему телу. Включая лицо, включая руки, ноги, в общем, везде. Когда я вам скомандую, улыбайтесь, вы улыбнетесь, ладно? Ну, смотрите в камеру. Ну, всегда смотрим в камеру. Давай вместе танцевать. Да попрыгай. Ну, серьезно. Ничего страшного нет. Смотри, я прыгаю. А у меня усы. Ты не танцуешь, ты просто прыгаешь. Да. А ты начинаешь так, давай. Давай вместе. Давай, Катя, будешь камеру. Катя, будешь камеру. Катя, будешь камеру. Катя, давай. Диан, ну не стесняйся. Очень приятно, что вы согласились нас сняться. Спасибо, что согласились нас сняться. Добрый день, Константин. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. С удовольствием. Насколько мы знаем, вы самый высокий человек России. Петербурга. Петербурга. Да. Есть еще выше? Думаю, в России? Что есть. В России еще есть, да. Ну, может, на пару-тройку сантиметров. А сколько ваш рост? 2,20. 2,20. 2,20. Меня зовут Таша Маяковская, наименьшая автомодель России. Самая маленькая автомодель России. Да. Как да. Это классно звучит. И больше таких нет, вообще не существует. Если я не ошибаюсь, то нет. Ну, по крайней мере, в России. Здравствуйте, Иван! Здравствуйте! Мы рады, Катя, что... Да, Катя. Катя, что я преподаю живопись, композицию, снимаюсь в кино и еще реконструирую события. Пиф-паф, ю-ю-ю. Реконструирую события? Да, можно... В военно-историческом клубе с Маузером. Форму немецкую делаю и вперед. То есть да. Вы выступаете как модель? Да, да, именно. Вы переодеваетесь сейчас, в форму да. И... Не, там уже не модель, там уже работа. Тир, стрельба, по-взрослому. А так и модель, да? Здесь. Сегодня модель, авиамодель. Авиамодель. Наши слова, и как раньше чешем в клуб. Привет. Привет, привет, Катя. Спасибо большое, что снялся у нас в клипе. Ну чтобы на брюках с партией. Я знаю, что за тобой... директор кастинга бежала прям по улице, да? Вот эту историю расскажи. Ну, это слишком громко будет сказано, что она бежала за мной по улице, там, не знаю, с какими-то криками, воплями. Просто она увидела меня на улице. Молодой человек просил так культурно и вежливо, естественно, я оглянулся и увидел очень милую, приятную девушку с прекрасной улыбкой, которая меня пригласила. Ее зовут Полина. Угу. Значит, ну и сегодня, собственно, сегодня я здесь. То есть через принял год, участие. Получается, год да. Прошел, и она тебе позвонила. И это казалось... Написала в ВК. Да, съемка для нашего клипа. Спасибо совершенно большое, верно. Что ты согласился, что ты вспомнил. Привет, Юль! Привет! Спасибо большое тебе, что ты снялась в нашем видео. Футболки и олимпики, стремишься быть всегда на пике. Я занимаюсь бодибилдингом. Плюс мое хобби, я работаю в зале, тренирую людей, готовлю к соревнованиям. А в принципе, это не основное мое. Люблю рисовать, художник творческий. Мы похожи с предыдущим товарищем. Вот. И в принципе, наверное, я с самого детства занималась именно творческими делами в основном. То есть тело даже, это тоже творчество. Спасибо большое вам. Спасибо.